Привіт, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А темою нашої сьогоднішньої розмови – 150-річчя зі дня заснування у Миколаєві южнославянського пансіону Тодора Мінкова. І у нас сьогодні в гостях заступник голови Тернівського болгарського товариства імені Івана Вазова Ольга Колот і вчитель болгарської мови Кіра Яно. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Христос воскрес. Воистину воскрес. Мы поздравляем вас с этим замечательным светлым праздником, воскресением Христовым. Пусть Господь хранит и вас, и ваших детей, и все ваше болгарское общество, потому что мы знаем, что болгары христиане, и, конечно, вы тоже с радостью встречаете этот праздник. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – это 150-летие со дня основания в Николаеве южнославянского пансиона имени Тодора Минкова. Ольга, будьте добры, 150 лет существует в Николаеве южнославянский пансион. Для чего он был создан, его задачи и что он несет? Вообще, это 150-летие от дня основания южнославянского пансиона. Просуществовал он на самом деле 25 лет. Он был создан для того, чтобы в наших краях, здесь, на юге Украины, воспитывались дети тогда еще балканских стран, тогда еще которые находились в довольно-таки сложной ситуации. Здесь были созданы такие условия благоприятные, чтобы могли учиться дети болгарских, в основном болгары, сербы, ну и так и остальных балканских народов. Южнославянский пансион был создан Тодором Минковым, это известным болгарским воспитателем, ученым, который создал здесь такие условия для детей, что по истечению лет, после истечения каких-то лет, когда воспитанники уже вырастали и становились людьми, большая часть из них, я не побоюсь сказать, практически 80% из тех, кто учился здесь в южнославянском пансионе, стали очень известными людьми. Это и премьер-министры, это и ученые, и архитекторы, и врачи. Ну, то есть все люди, которые получили базу образования здесь, очень сильно, очень мощно. То есть пансион, южнославянский пансион – это учебное заведение. Да. Тогда существовали различные пансионы, например, пансион благородных девиц, Смольный, да, или институт благородных девиц, но пансионы для девочек, кадетские корпусы для мальчиков, и вот здесь у нас в Николаеве. Да, это был для мальчиков. Для мальчиков. Да, это было мальчики. Это был пансион для мальчиков. То есть воспитанники были в основном, не в основном, а только мальчики. И они проходили и курс обучения, и, наверное, по гимназической, и воспитание. Да. Они и жили в пансионе, в пансионе, да? Они жили. И одни проходили гимназиальный какой-то класс, ну, то есть гимназию проходили, другие учились младших классов. Ну, то есть это была такая своего рода как база, где дети, кроме воспитания, они получали очень разнообразное воспитание. То есть не только учебные, разносторонние, да? Абсолютно. Они учили здесь и песни, и танцы, и литературу, и театр. Очень интересно наблюдать, вот читать, когда мы вот погружаемся в то время и читаем про то время, что у нас в Николаеве здесь действительно было очень много, очень интересно в различной сфере. То есть и театр был у нас здесь, и здесь писали, здесь издавались газеты, журналы. И, то есть это очень-очень интересный такой пласт, вот, который можно изучать и смотреть. Это очень интересно не только для болгар, но и для нас, для наших краеведов. Это очень важно знать, что здесь было до того, 150 лет назад. Ольга, вы сказали, что этот пансион просуществовал 25 лет. Да. И потом по каким-то причинам он был закрыт. Что случилось? Здесь просто происходили тоже свои исторические процессы, то есть был он закрыт, и еще около 10 лет он просуществовал. Тодор Минков же со своим пансионом переехал в Белоруссию, там еще просуществовал некоторое время до его смерти. То есть здесь были созданы уже условия, такие, которые он не мог работать дальше, ни с детьми. Это касалось и финансовой стороны, потому что детей нужно было воспитывать, их нужно было одевать, кормить и так далее. То есть не все могли, он был платный, то есть родители платили за своих детей. Но он брал не такие большие деньги, поэтому как бы в основном даже вкладывал свои, очень много вкладывал своих средств. В рамках празднования вот 150-летия у нас намечено очень большой цикл мероприятий, я бы сказала, потому что это и, во-первых, 21 числа,
То есть 1 апреля. 21 апреля, да, уже вот в пятницу. У нас будет в первую очередь, это в музее Старофлотские казармы, будет открытие памятника Тодору Минкову. Это бюст-памятник прямо в музее в нашем краеведческом. Это очень важное событие, и мы на него пригласили много ученых из Академии наук Болгарии и из Академии наук Украины, чтобы показать, что мы помним своих героев, мы знаем, что у нас здесь есть люди, которые делали очень много для города, не только для там, страны, но и должны, наши люди тоже должны знать, что у нас были такие известные личности в городе. А вот сам по себе Тодор Минков, он ученый, он дипломат. Да, если да. Можно два слова именно о нем, как о человеке. Ну, во-первых, это был человек ученый. Он в первую очередь это педагог, потому что только такой гениальный педагог мог вокруг себя собрать такое количество детей, воспитать в них не только людей, ученых, да, а просто они себя считают людьми с большой буквы. То есть это не только он им дал дорогу в жизнь, как там, министрам и премьер-министрам, но и воспитал в них человечность. Очень, да? Да, очень, очень много он на этом стоит. Поэтому в первую очередь это педагог с большой буквы. И, конечно же, что ему пришлось наверняка нелегко в те времена, наверное, да, чтобы вот создать свою школу, чтобы это же не только эта материальная база должна быть, должны были быть помещения, должна была быть одежда, еда и так далее, и так далее. А в те времена это было не совсем легко. Ну и в наши времена это тоже в наши времена нелегко. Это тем более нелегко, да. Да, в наши времена, наверное, это практически невозможно, хотя ну, сейчас да, тоже много разных частных школ, но это совсем другое уже. Ольга, а как оказался Тодор Минков здесь, в Николаеве? Это было тоже по решению тогда царской России, да, то, что на юге Украины он ходил, просил, что было, где возможно создать этот пансион, потому что тогда на Балканском полуострове было еще невозможно это сделать, в Болгарии я имею в виду, потому что там не было... Это было еще довоенное, послевоенное время, очень тяжелые времена. И как тогда в те времена еще продолжалась возможность и болгарам переезжать сюда, ведь болгары тоже переехали, потому что искали лучшей жизни, правда? Ведь поселение в Терновку переехали. Но даже не столько искали лучшей жизни, как бежали от худшей жизни. Вот, скорее всего, и так как была очень большая потребность у людей в то время в воспитании, в таких умах, да, там, чтобы могли они продолжать какую-то там и государственность и так далее, нужны были эти люди, но они не могли воспитываться на территории Болгарии. И вот он нашел это место, что это было даже не Одесса, не такой, там, как он говорил, что это слишком много для детей было... Соблазнов. Да, а Николаев, он тихий город, и тут только здесь вот могли быть южный город, что это все-таки дети южных стран, что им тяжело где-то дальше ехать северней. А здесь были созданы такие условия, и климат, и более-менее мягкий, и условия были подходящие. Поэтому вот он... Естественно, это не дело ни одного дня, это как бы да, годами это создавалось, и вот он... пришел к тому, что вот, слава Богу, был открыт такой пансион. Ольга, несмотря на то, что пансион был в силу ряда причин закрыт, но тем не менее он дал, как вы сказали, много выдающихся людей, среди которых и практически первые лица разных государств. Да. Будьте добры, сегодня, несмотря на то, что нет у нас болгарской школы, нет же у нас вот ну, она светлая, воскресная болгарская школа, то есть пансиона как такового нет сейчас. Ну, мы нет, не конечно, можем о нем да. говорить, потому что... Он просуществовал 25 лет. Да, но пока время не пришло, но кто его знает, всему свое время. Когда-то, ну, в конце 20-го, начало 21 века у нас был как бы продолжение южнославянского пансиона. Это был институт, Южнославянский институт при Славистическом институте Киева. И пытались создать какие-то условия, хотя бы продолжение вот этих славянских традиций. Да, у нас вот был Южнославянский институт, но по ряду причин тоже он, это был, ректором был Скороходов Вадим Анатольевич, но по ряду причин вот получилось так, что вот тоже не смог долго просуществовать. Но все равно, это Славянский институт, это был институт, и это был не закрытый пансион. Нет, там конечно, уже это учились уже студенты. Был, конечно, это был просто институт. То есть уже личности сложившиеся, которые окончили школу и пришли уже взрослыми да, детьми. Да, конечно. Да, взрослыми студенты – это взрослые дети. Да, конечно. А именно вот если говорить об таком пансионе, пока нет
Ну, у нас просто вообще как бы наша, ну, наша система образования как бы не предусматривает сейчас, вот, допустим, просто закрытый пансион вот такого вот типа. Хотя, честно говоря, очень жаль, потому что там, которые учились дети, вот тот, тот процесс образования, обучения, наверное, был все-таки оптимальным для того, чтобы выходили оттуда вот такие вот известные личности даже, не то, что просто люди, а личности. Ну, у нас есть интернаты, у нас да, есть интернаты, даже частные да, школы. Да, можно, но как бы это, конечно, немножко другого типа, время другое, поэтому как-то немножко и другого типа, мне кажется, сейчас гораздо сложнее создать такие условия, чтобы вот воспитывать конкретно вот таких вот, у нас прекрасно много, достаточно много других школ, но закрытого такого типа, как там, те же какие-то гимназии или интернаты, это довольно-таки тяжело. Да, вот. Наверное, просто потому что и нет, пока еще не появился человек, который возможно. Мог бы... Да, да, в личности это очень... Да. В личностях это очень много важно, это очень важно, когда есть человек, который может это заняться и закончить его хоть в каком-то там периоде, да? Но, тем не менее, все-таки вы помните, что такой пансион был, и он оставил неизгладимый след и на нашей Николаевской земле, и вот 21 да. апреля у нас состоятся будет, торжества. Мероприятие, да. Вообще, как бы идея празднества 150-летия Южнославянского пансиона, это принадлежит, да, нашему обществу имени Ивана Вазова, в частности, еще одному заместителю главы, это Гамза Владимирович, потому что он долгое время, он был в архивах в Софии, в архивах именно в Академии наук Болгарии, и нашел там очень много... фактов, очень много документов, которые говорят о том, что на нашей земле были воспитаны очень много известных личностей. Вот там же в прошлом году он нашел книгу, которая благодаря у нас управлению областному культуры и нашему обществу и спонсорам была издана репринтное издание книги вот Петра Абрашева. Это один из учеников Тодора Минкова. Он стал премьер-министром Болгарии несколько раз, был ученым человеком. Она была издана в 1909 году в Софии. Но была не такого большого тиража, и поэтому осталась вот только в Академии, только в архивах Академии наук. И в прошлом году Владимир Ильич нашел эту книгу. Она очень интересна. Она написана на болгарском языке, но здесь очень много... диалогов русским языком, тем, которым говорили 150 лет назад здесь, на территории Николаева. Здесь описываются уголочки, какие-то вот места Николаева в то время, 150-летней давности. К сожалению, мы не успели перевести его на русский, на украинский язык, потому что как бы мы это на украинский должны были перевести, но не успели, я думаю, что у нас все еще впереди. Ну, конечно, все впереди. Мы успеем еще. Это сделать и для нашего читателя. А для болгарского это представляет очень большой интерес и очень большую важность, потому что здесь описаны, вся книга идет от имени маленького мальчика, который здесь закончил вот этот южнославянский пансион и потом стал известным человеком. Значит, говорится не только о том, как они учились, да, вот процесс образования, о том, как они жили. И что, зная о том, что рядом есть Терновка, маленькие мальчики убегали туда, потому что там жили болгары, они их принимали как своих, как родных, и кормили, и, конечно же, приютили, да, вот как только могли. Поэтому вот у нас Кира Сергеевна может рассказать, как у нас снимался фильм, потому что будет еще, uh-huh. кроме этого, у нас еще и есть... В празднествах будет еще и презентация фильма, который снимали. Вы своими силами своими снимали силами, фильм? Ну да, ну как бы своими. Хорошо, что есть у нас такие заинтересованные люди. Это, во-первых, это Пранкевич Александр Викторович, который у нас декан факультета филологии. То есть у нас все заняты все люди, которым это интересно, да, которые могут оценивают всю важность этого мероприятия. Вот, в рамках. Кроме того, открытие бюста памятника, потом у нас выставка, которую делает наш архив Николаевский, документов, которые издавались тогда, то есть газеты и все, что было тогда, 150 лет назад. Вручение медалей, еще очень важное наше общество, мы решили награждать медалями людей, медалями 150-летия от основания Южнославянского пансиона.
известных людей, которые вложили, которые понимают, которые ценят, да, вот то, что происходило 150 лет назад, во-первых, и те, которые поддерживают болгарский дух, вот у нас сейчас в Николаеве. Благодаря... А таких немало, а таких, да, Ольга? Немало, да, и благодаря спонсорам, вот, например, «Артель», которая нам очень помогла, Ивановы, Дмитрий Степанович, Александр Степанович, им большое спасибо за то, что они помогают. Ну, вообще, очень много людей, вот, в самом деле, неравнодушных, которым мы говорим о том, что вот такое было вот событие, и они помогают, это правда. И фильм, о котором я начала говорить, вот по книге, то есть фильм рассказывает вот по этой книге, да, потому что она на болгарском языке, и решили создать, чтобы было понятно нашему читателю, нашему зрителю, как оно происходило. И мы снимали не только город, но и, конечно же, вот Терновку. Кира Сергеевна может рассказать, как это происходило у нас в Терновке. Кира Сергеевна, ну, молвите уже слово, вы молчите. Снимали, да, у нас снимали этот фильм. Детки наши были задействованы там, пытались, я так понимаю, что пытались отобразить вот то время, 150 лет назад, в нашей школе, потому что наша школа тоже очень старая, да, много лет ей уже. Воскресная болгарская школа, да? Нет, именно в нашей школе, в 16-й школе, в Терновской, да, там у нас есть маленький корпус, который был построен руками самих жителей Терновки. Именно которые еще помнят тепло тех, да, жителей. Да, и именно в этом корпусе это все снималось. Наши дети принимали участие в болгарской школе, вот. Ну, сам фильм мы еще не видели, но... Да, потому что еще не было. Да, еще не было. Но презентация будет только 21 апреля, да, Ольга? Да. Ну, мы надеемся, что все получилось. Был отснят материал в маленьком корпусе, как бы старую школу. Был отснят материал в нашем классе, там, где мы занимаемся болгарским языком, там уже с атрибутами, ну, более современное. Также еще снимали нашу музыкальную школу. Там у нас там дух болгарский, да, живет, да, благодаря директору. В музыкальной школе? Да, 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 наша, да, школа искусств. Школа искусств номер один, номер в Терновке, да, там у нас, да, конечно, тоже... И класс у нас там есть болгарский, да, и при нашей церкви снимали есть храм, тоже, да, начальный там класс болгарский, маленькие детки, они тоже учат язык, ну, насколько они там... Возможно, вот, да, насколько возможно. Снимали и церковь нашу, и снимали библиотеку, да, читалище наше, и в Терновке есть музей, ну, там, да, мы были, снимали, тоже снимали, так что что получилось, там уже будем посмотреть. То есть Терновка – это такая маленькая Болгария, да? Да, это, да, даже, да, не кусочек Болгарии. Маленькая своеобразная Болгария, да. Своеобразная Болгария, которая хранит именно болгарский дух. Да, традиции. Вы знаете, даже болгары многие народа говорят, что у нас больше сохранился этот дух, чем в Болгарии, потому что наши люди хранят, они берегут эти традиции, да, берегут все обряды, и причем берегут то, что было 200 лет назад. А вот там это все-таки идет развитие и влияние вокруг очень многих стран. А у нас мы вот очень законсервированы. Ну, конечно, сейчас уже не настолько, как это было чуть раньше. Но, тем не менее, пытаемся сохранять именно то болгарское, которое было здесь, еще привезенное вот нашими прапрапрадедами. То есть влияние времени, веяние времени, оно выметает из самой Болгарии эти старинные традиции? Ну, как бы да, как бы, конечно, как, ну, остается где-то в каких-то вот, да, вот рамках у записанного, вот, а вот то вот душевности, духа, конечно, оно уже вот стирается. Вот этот колорит. Всем. Колорит, конечно. Ну, Европа, понятно, что оно все уже, все под себя вот под один. Да, вот одну все-таки линию. А здесь мы пытаемся сохранить все-таки дух того вот болгарского, что принесли наши предки еще вот 200 лет назад. Это очень здорово, потому что именно это и помогает даже в воспитании подрастающего поколения. Конечно, конечно, это в первую очередь. Конечно, любовь все-таки к своему народу, к своим предкам, это, ну, мне кажется, это очень много значит для человека. Знать действительно, кто ты есть на самом деле. Потому что, конечно, это здорово, когда все
равны, да, и все в джинсах, футболках, да, и так далее. И порой не отличишь, где женщина, где мужчина. Это, конечно, наверное, все неплохо, но это нивелирует и, наверное, человека как личность, как принадлежность к какому-то определенному народу. Конечно, но стирает очень сильно грани, уже, как люди говорят, люди мира, да, а не какой-то вот определенной национальности. Но хотя знать те обычаи и традиции, это очень-очень важно и нужно, потому что в традициях это основа воспитания, да, у нас же семья все-таки самое главное, как люди, как дети видят то, что происходит в семье, так они переносят это в общество, в социум, поэтому нужно знать вот эти вот ценные вещи, важные вещи, которые происходили раньше в семьях, и сейчас нести это в люди, это тоже очень важно. Ну вот сам по себе мир, он напоминает ковер, в который вплетены много разноцветных нитей. И если какая-то из этих нитей рвется или обесцвечивается, то тогда и ковер этот мировой теряет свои краски и свою красоту. Конечно, конечно, это... Ну, я думаю, что каждый народ все-таки пытается поддерживать то, что его отличает от всех остальных народов, их свою изюминку, свою характерную какую-то черту. Но это очень важно, конечно, в общем ковре мира. Мы говорим сейчас о вашей болгарской общине, а скажите, пожалуйста, друзья мои, насколько она многочисленна вот именно сегодня, потому что происходит очень сильная миграция, люди приезжают, уезжают, как-то сегодня не такой оседлый образ жизни, как был еще, может быть, лет 30 тому назад, или нет? Да, конечно же, люди уезжают, меняется численность населения, меняются стандарты, да, и мы не одни, это, по-моему, это во всем мире происходит. Но насчет численности болгар, вот вы знаете, когда вот стал вопрос о праздновании такого важного не только для Николаевина, для Болгарии, ну и для вообще Европы события, то я поняла, что болгар у нас очень много. Вот каждого, где-то у кого-то, каждого, кого не спрашиваешь, а у меня бабушка болгарка, а у меня дедушка, а у меня прапран. То есть у каждого чувствует, что если у него есть в роду где-то вот это болгарское, то значит человек себя причисляет к этому народу. Это очень приятно, потому что очень много отзывов. Вот, то есть люди идут на помощь, не только на помощь, просто даже вот хотят к этому как-то прикоснуться, быть полезным, быть нужным. Вот, то есть благодарность всем, кто принимает участие. Я надеюсь, что у нас получится, и получится у нас неплохо. У нас все-таки едет очень много гостей из Болгарии, из Академии наук. И в Софии есть школа, общеобразовательная школа имени Тодора Минкова. И мы оттуда тоже пригласили гостей. Будет замдиректора, будут учителя оттуда, из этой школы. Также мы пригласили людей, которые по связям между Болгарией и вот и бессарабскими, то не бессарабскими, мы уже не бессарабские, конечно, болгары, но тем не менее между болгарами этническими, и людей, которые просто не безразличны к тому, что происходило, какие процессы происходили вот за 150 лет у нас на территории Украины и на территории Болгарии. То есть это у нас очень много важных гостей. И кроме того, что я говорила, из Украины, из Академии наук, из университетов, люди не безразличны к этой теме. Также будут у нас презентации. У нас будет международная конференция, то есть кроме того, что это будет открытие памятника, это вручение медалей, репринтное издание, кроме этого у нас есть круглый стол, который называется «Роль Южнославянского института в воспитании элит Балкан». Ну, то есть под таким уже громким названием, таким мы не побоялись так назвать, да. И международная конференция, посвященная этой же теме, то есть очень много ученых людей, которые едут к нам, чтобы рассказать о своей теме, да, вот, которая вот вплетается, переплетается с нашим, вот, с нашей общей темой. А сколько дней будут продолжаться торжества, Ольга? Значит, 21 числа у нас будут основные мероприятия, то есть те, которые связаны с наукой, с круглым столом и так далее. А второй день у нас уже культурный. Мы хотим показать нашим гостям, какой город у нас на самом деле красивый, какой у нас Николаев многонациональный, потому что это не только болгары, да, все-таки есть у нас очень много, у нас вообще очень много различных национальностей. И очень важно показать людям, что это все-таки... Что какие мы, у нас тоже красивый город, у нас есть что показать. А с чего вы начнете показывать, Кира? Терновка будет. Это не обсуждается. Терновка, это в первую очередь. Да, мы будем показывать Терновку во второй день, это будет 22 апреля. Мы будем показывать свою церковь, мы будем показывать
библиотеку, школу. Будет праздничный концерт, в котором будут участвовать наши дети и дети детской школы искусств. Да, несмотря на погоду, потому что синоптики вещуют нам всякие непогоды. Изначально у нас первым было планом, конечно же, показать гостям наш город с реки. То есть мы хотели на кораблике на нашем прогулочном, хотели показать город с той стороны. Но не знаю, как получится с погодой. Если нет, я думаю, что нам будет что показать. У нас есть прекрасные музеи, как и музей судостроения, и имени Верещагина. Я думаю, что у нас будет чем удивить людей. К сожалению, конечно, погода нам не сильно помогает, но тем не менее, я не думаю, что мы разочаруем наших гостей. Но болгары плохой погоды не испугаются. Я думаю, что нет. Они уже не испугались, потому что уже едут. Уже едут. Друзья мои, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию, несмотря на погоду, рассказали о предстоящих торжествах, и я думаю, что и телезрители наши тоже, кто сможет, примут участие в этих замечательных празднествах, посвященных 150-летию создания в Николаеве Южнославянского пансиона Тодора Минкова. И у нас сегодня в гостях были представители болгарского общества Ольга Колот и Кира Яно. Друзья мои, с наступающими вас праздниками, вашими болгарскими. Ну а если учесть, что все мы практически хоть чуть-чуть, но болгары, то и нас тоже с праздниками. Друзья мои, Христос воскресе! Це була розмова на тему. На все добре.